Елена Тимофеева работает в сфере торговли вот уже 10 лет. Из них почти 4 пользуются контрольно-кассовой машиной. Считает себя добросовестным налогоплательщиком. Рассказывает, что не все покупатели запрашивают ККМ-чек. Да нет, не часто просят, сразу говорю. Но когда я продаю, я стараюсь выбивать. Если даже человек уходит, я могу положить в сторонку. Если человек вспомнил, подошел, он может забрать их. ККМ-чек – это гарантия вашей покупки. В установленное законом время можно обменять или вернуть товар. То, что далеко не все граждане запрашивают документы об оплате, подтвердилось и в результате опроса среди горожан. Когда как, иногда да, иногда нет. Когда спешу – нет. Чек вот этот, который? Нет. Да? Нет? Нет. Однако есть и те, кто принципиально все-таки требует. Объясняя это тем, что за счет их приобретения товаров или услуг пополняются налоги, госказна. А это, в свою очередь, своевременные выплаты пенсий, пособий, зарплат госслужащим, говорят они. Да. А как вы считаете, это правильно вообще? Да, это правильно. Почему? Ну, так и надо. Для налоговых, для всех. Всегда есть правила. Правила должны соблюдать. В каждом магазине ошондой эмемен чек берешкек, чтобы налог төлеп. И с этого налога мугалимдерге, ну и остальным, зарплату бергенде. В последнее время часто встречаются предприниматели, которые вместо фискального чека выдают эркипер, то есть только со своих внутренних учетных систем. Чаще всего такая картина встречается в местах общественного питания, рассказывают налоговики. Чем отличается обычный чек от ККМ, пояснили в ГНС. Делаете меню, заказываете то, что вы заказали, сколько порций, наименование блюд, итоговая стоимость. Это все печатается на слип-чеке. Этот чек носит информацию только касательно только самого субъекта налогообложения. То есть это эркиперовский чек. Контроль на кассовом чеке, печатаемый через контрольно-кассовую машину, расположен QR-код. Данный чек носит в себе такую информацию, что попал ли этот чек на сервер, что было продано, на какую сумму, где расположена эта торговая точка, наименование субъекта, дату произведения расчета и итоговую сумму. Ну, кроме этого, конечно, само собой, это ставки налогов. Какими налогами облагается сам субъект. В целях стимулирования граждан к запросу ККМ-чека налоговая служба в ближайшее время запустит лотерею. Чтобы стать участником, необходимо скачать специальное приложение в Play Market или App Store и в обязательном порядке при любой покупке запрашивать фискальный чек. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, «Пирамида».